Для любителей плавания среди щелковских участников губернаторской программы «Активное долголетие» организовали занятия в бассейне «Фока Олимп», расположенном на территории городского округа Лосино-Петровский. Плавание на втором месте в списке популярных активностей среди людей старшего возраста. Теперь, благодаря участию в программе, щелковцы смогут посещать бассейн бесплатно раз в неделю. Занятия проходят в группах с инструктором. Сегодня мы встречаем наших гостей из поселения Монино городского округа Щелково в нашем ФОКе «Олимп». Предоставляем для них услугу плавания. Возникла ситуация, что долголетом из Монино невозможно посещать ввиду отсутствия плавательного бассейна на территории поселка. И к нам обратились наши коллеги со Щелковского городского округа. И мы встречаем сегодня наших гостей и готовы предоставить им услугу раз в неделю для того, чтобы они занимались плаванием. Плавание укрепляет иммунитет, уменьшает риски сердечно-сосудистых заболеваний и, что важно, подходит маломобильным гражданам. Я пловец, который умеет только на воде держаться, но понимаю, что вода очень нужна нашему стареющему организму, немолодящему. С удовольствием рада, что попала сюда, в активное долголетие, в бассейн. Вот у меня остеохондроз обнаружился в октябре. Еле-еле там ходил с палочкой. Но потом отошло, потом прошел процедуру в Монинской поликлинике. И мне рекомендовали заниматься физкультурой и спортом. Ну вот я вот начал с бадминтона, с настольного тенниса. И вот сейчас уже плавание в первый раз пришел. Присоединиться к проекту может любой подмосковный пенсионер – женщина с 55 лет, мужчина с 60 лет. Чтобы стать участником программы, нужно зарегистрироваться на портале «Активное долголетие» или обратиться в Щелковское управление социальной защиты населения. Евгения Корытько, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.